Место проведения рейда «Детское кресло» – подъездная дорога к торгово-развлекательному центру «Вегас» было выбрано не случайно. Именно сюда часто приезжают родители вместе со своими детьми. Профилактическое мероприятие проводится, чтобы напомнить водителям об их ответственности за безопасность перевозки маленьких пассажиров. Сотрудниками госавтоинспекции проверялись автомобили, где находились маленькие детки. Тем родителям, которые перевозили детей в специальных детских удерживающих устройствах, детишкам вручались листовочки, благодарили за безопасность. Агитационные листовки содержат информацию о правилах перевозки детей на автомобиле. Также на всякий случай здесь указаны контактные телефоны экстренных служб. Это экстренные службы есть там на обороте, потому что надеюсь, чтобы они вам не пригодились, но тем не менее, всегда у нас так бывает, спасибо, что человек может растеряться, а это всегда пускай с вами будет. Водители считают, что подобные рейды необходимы, а думать о безопасности детей нужно всегда. Заранее, прежде чем посадить в машину, сначала приобрел кресло. Но все же за время проведения рейда в отношении двух водителей был составлен административный протокол. Теперь за перевозку ребенка без удерживающего устройства они будут обязаны оплатить штраф в размере 3000 рублей. В начале лета стартовал социальный проект «Маленький пассажир. Большая ответственность», в рамках которого сотрудниками госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности на дорогах. Мы еще раз обращаемся к нашим родителям, к нашим водителям. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах, используйте детские кресла системы «Изофикс». И не забывайте, что самый главный у нас в машине – это маленький пассажир. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».